мещанскую. И первые годы жизни Володи прошли в новой квартирной коммуналке. Родные и знакомые вспоминают, каким он был в раннем детстве. Говорят, что он был очень занятным, общительным ребенком. Ведь это и понятно. Коммунальная квартира для малыша – микространа, в которой ты всегда свой. Где, не выходя из дома, можешь поиграть, побеседовать со множеством взрослых и детей, где тебя всегда рады и готовы тебе помочь.